Привет, мы снова с вами. Сегодня был замечательный день, мы провели его на ура. День начался с хорошей погоды, и мы, конечно же, решили поиграть в футбол. Игра была напряженна. Встречались две сильнейшие команды лагеря – Монтана и НСК-1. В трудной игре победу одержала провинция НСК-1 со счетом 2-0. Голы забили Подкуйко Арсений и Александр Каблов. Также сегодня состоялась встреча с олимпийским чемпионом Александром Зубковым. Мы приняли его с огромной бурей эмоций. Верим в то, что после такой теплой встречи он снова приедет к нам в гости. Безусловно, мимо нашего лагеря не мог проехать фестиваль детского кино «Киномай». Сегодня вечером вместе с его организаторами мы смотрели фильм «Частное пионерское». Вот такие дела. Ждите новых новостей. До завтра.